Всем привет, это GamePlan 17 выпуск, и сегодня я расскажу вам о четырех играх. И первая игра называется I Stand. Мы объявляли в группе ВКонтакте маленький такой конкурс, типа интерактивчика, чтобы вы нам рекомендовали игры. И вот нам Павел Кульный порекомендовал эту игру, и мы расскажем вам о ней первой. Павел Кульный сказал, что это вообще супер улет игра. Я, конечно, сначала не совсем этому поверил, но вот скачал и попробовал. Запустим пятый уровень и поехали. Игра безумно динамичная, правда, первые миссии были особо легкие, и поэтому вот я вам покажу вот эту пятую, она уже более интересная. Акселерометром мы управляем его наклонами, также тут можно вот так зацепляться вот. Тут сложный момент, я могу сейчас запороться. Но нет, я прошел этот самый сложный участок на этой трассе. И, следовательно, я уже с успехом пройду эту миссию. Игра супер динамичная, динамичная музыка, все динамичное. Он едет, у него волосы развиваются, очень крутая игра. Также еще Паша Кульный попросил, чтобы я упомянул о его группе ВКонтакте. У него есть небольшая группа, посвященная играм для Android. Кому интересно, будет ссылочка сверху. Заходите в нее, смотрите и вступайте. Игра называется I Stand 2. Качаем в нее и играем. Перейдем сразу ко второй игре. Игра называется The Catch. Вам предстоит играть за жирного кота, который украл сосиски и сбегает. Его преследуют различные вороны. Сейчас я вам покажу, собственно, эту игру. Вот мы бежим. Тапом мы поворачиваем, вот так вот, надо удерживать равновесие с помощью акселерометра. Бежим, вот эти собираем различные фрукты, ягоды, колбаски, рыбки. И бежим, собственно, перепрыгиваем различные препятствия, не даем воронам нас поймать. Также тут еще будут встречаться различные бабушки с вениками, которые хотят нас отлупить. Чтобы их обойти, нужно будет прокатываться снизу. Вы видели, как я пробежал по стене? Я сам в шоке. Ого, еще тут даже собаки есть. Я даже не встречал такого. Вот, видели, я врезался, и вороны меня настигли и заклевали. Игра называется The Catch. Любителям раннеров она, наверное, понравится. Очень прикольная и милая графика. Третья игра на сегодня называется Memes vs. Zombies. Как вы поняли из названия, вам предстоит в роли мемов уничтожать полюбившихся нам так в последнее время зомби. Управление элементарное, тут прыгаем, а тут стреляем из нашего шотгана. Графика выполнена в таком дудл стиле нарисованном, как будто все тут вырезано из кусочков бумаги. Мы бежим, стреляем, ничего собственно замысловатого нет. Вот мы убиваем тролл-фейса с окровавленным ртом. Но самое сложное сейчас будет, тут будет мигуста, в которого нужно попасть несколько раз. Причем еще нужно... О, я его убил и прошел. Это очень хорошо, значит сейчас я эту миссию закончу. Игра очень оригинальная, разработчики явно креативные. Но, думаю, она вас надолго не затянет. Игра называется Memes vs. Zombies. Попробуйте, если вас она все-таки зацепила. О, тут камень. Последняя игра на сегодня не совсем игра. Она называется What's My IQ. В этой игре не игре. Вам предстоит выполнять различные логические там упражнения и задания, за которые вам будут давать ваши баллы IQ. Но скажу сразу, чтобы в эту игру играть, вам нужно знать хотя бы элементарные навыки английского языка. Итак, вот нам нужно разблокировать экран. Проведите влево для разблокировки, но стрелочка нарисована вправо, а нам надо провести влево. Следующее задание. Какое из этих чисел самое большое? И вот тут вот загадка, большое по размеру или большое по значению. Ну давайте вот по размеру попробуем. О, да, по размеру самое большое 36. Если 1 равно 5, 2 равно 15, 3 30, 4 50, то 5 равно... Скажу честно, я уже проходил это задание, и, следовательно, я отвечу одному. Почему одному? Потому что у нас вначале 1 равно 5, значит 5 равно 1. Очень интересная вот головоломка, но, опять же скажу, нужно знать хоть немного английский язык. Мария, сводная сестра моего единственного папиного брата. А кто Мария мне?
Вот это очень сложно. Я думаю, что теть, но нет. А, вот тут можно нажать подсказочку. Нажимаем yes. И нам говорят, что маму. Я бы сам бы не догадался. Сколько свечей на торте? Но торта нет, поэтому свечей ноль. Не буду дальше вам спойлерить и рассказывать правильные ответы. Скачайте, кому эта игра, не игра понравилась, и попробуйте сами. Всем большое спасибо за внимание. С вами был GamePlan. Подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх.